Привет, с вами Дмитрий Слепцов. У меня к вам вопрос. Что нужно делать для того, чтобы в процессе обучения получить результат? Казалось бы, бред полнейший. О чем вообще речь идет? Прежде чем я покажу результаты одного из своих учеников, которые меня очень порадовали, расскажу предысторию. Когда-то очень давно я был на конференции, посвященной обучению, и один спикер произнес такую фразу. Он занимается тоже вот всякими там различными курсами, там вот обучением там и так далее. И он сказал такую фразу на выступлении, что моей ошибкой было думать, что кто-то что-то будет делать. Я не понял, о чем он вообще, к чему он это. И вот потом уже, когда я тоже начал проводить курсы, обучение, я осознал, о чем идет речь. Парадокс заключается в том, что когда человек приходит на обучение, когда люди приходят на обучение, они почему-то, больше процент этих людей, почему-то делают очень мало. И вот эта фраза его, моей ошибкой было думать, что кто-то что-то будет делать. Вот она тогда стала для меня понятной, что ты вот реально проводишь обучение, ты думаешь, что сейчас люди включатся, они будут заниматься, они все сделают, как ты вот запланировал, а они почему-то не делают в массе своей. Возникает вопрос, а вот там, как нам получить результат, как нам все-таки достичь какого-то там вот прибыльного трейдинга и так далее. И вот банальный ответ на этот вопрос, он лежит на поверхности. Банальный вопрос, банальный ответ. Вот посмотрите, в конце декабря один мой ученик, я проводил курс, и вот ученик оставил отзыв, ну как отзыв, поделился результатами. Пишет, значит, год закрываю просто супер, плюс 50% к депозиту за месяц. Вы можете представить вообще, что это такое? Плюс 50% за месяц. Этот отзыв меня очень порадовал. Но я тут же отметил, что этот человек, Сергей его зовут, он копается, он изучает, он делает домашнюю работу, он делает. Вот, вот дальше выложил уже скрин, там он 100 тысяч рублей заработал, это пират трейд, дневник сделок его. Просадка там 700 рублей, прибыль 100 тысяч, это что за цифры вообще, можете себе это представить? 100 тысяч рублей прибыли при просадке 700 рублей. Дальше. Всем привет, 2019 год. Это мы в группе общаемся. Первая неделя нового года. И тоже два скрина выкладывает. На одном из них, вот значит, с 1 по 12 января прибыль 45 тысяч рублей, просадка 18 рублей. Понимаете, то есть уже январь еще только начался, уже плюс 45 тысяч. Далее. Еще один скрин выложил. Вот, значит, за день, значит, начальное депо 120 тысяч рублей. Там уже депо изменилось, входящая стоимость 158, текущие средства 172, прибыль дня 14 тысяч рублей. В процентах 8,87%. То есть человек делает, у него получается. И вот по процессу обучения видно, что он делает. Далее. Эпическая фраза. Там, значит, журнал сделок, туда-сюда. Скажу себе, торговая стратегия Дмитрия работает, имеет право на существование. Понимаете? То есть меня очень улыбнула эта фраза. Естественно, она имеет право на существование, потому что она дается как готовая. И человек проверил, он сделал и получил результат. Все, что нужно для того, чтобы получить результат, это делать. Не думать, не придумывать себе то, чего там нет, а делать. Работать, совершать определенные действия на пути к достижению своей цели. Все. Банально? Банально. Но почему большинство не делает?